Следом за невыплатой зарплат президенту рассказывают о растущих ценах. В столице жалуются на дорогой бензин, в регионах – на стоимость продуктов. Уважаемый Владимир Владимирович, когда остановят цены на бензин? Я инвалид второй группы и пенсионерка. Я 55 лет отработала. А теперь хочу задать вопрос. До каких же пор будет расти на хлеб цена?